Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Британская актриса, трижды номинантка на премию «Оскар», дама Глэдис Констант Купер. Родилась 18 декабря 1888 года в Лондоне. Была одной из трех дочерей Чарльза Уильяма Фредерика Купера и Мэйбл Барнетт. Ее дебют на театральной сцене состоялся в 1905 году во время гастролей мюзикла «Колокольчики в сказочной стране». В дальнейшие годы она активно участвовала в различных постановках английских театров, а в 1917 году состоялся ее дебют в кино в фильме «Одиннадцатая заповедь». В молодости Глэдис Купер также была популярной фотомоделью. Я беру данные из Википедии. С начала 1940-х годов актриса начала свою карьеру в Голливуде, где часто играла статных аристократок. Глэдис Купер трижды номинировалась на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильмах «Вперед, путешественник», «Песня Бернадетт» и «Моя прекрасная леди». С 1964 по 1965 год актриса исполняла роль Маргарет Сен-Клер в телесериале «Жулики», где наряду с ней снимались Дэвид Нивен и Шарль Гуайе, за роль которой в 1965 году была номинирована на «Эмми». На телевидении у нее также были роли в телесериалах «Театр 90-х», «Сумеречная зона» и «Бен Кейси». В 1968 году, в возрасте почти 80 лет, она была награждена титулом дамы-командора Ордена Британской империи. Трижды была замужем, и первым мужем, за которого она вышла в 1908 году, был капитан Герберт Бакмастер. Он также стал отцом ее двоих детей, Джона и Джоан. Джоан в 1939 году вышла замуж за прославленного британского актера Роберта Морли. С 1927 по 1936 год Купер была замужем за баронетом сэром Невиллом Пирсом, от которого родила дочь. В 1937 вышла замуж за английского актера Филиппа Меривейла. Купер в течение долгого времени жила в Санта-Монике, штат Калифорния, как постоянный иностранный резидент, вместе с третьим мужем, до его смерти от сердечного приступа в 1946 году. Будучи уже пожилой дамой, вернулась в Великобританию, где и умерла от пневмонии 17 ноября 1971 года в возрасте 82 лет. Вот так вкратце о британской актрисе, которая трижды номинировалась на премию «Оскар», дама Глэдис Констант Купер. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.